Глава 16. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Они же помышляли в себе и говорили: «Это значит, что хлебов мы не взяли». Уразумев то, Иисус сказал им: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит ему: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи! Да не будет этого с тобою!» Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его.
истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».